В 2020 году необходимо сохранить многолетние позитивные тенденции в финансово-бюджетной сфере Тверской области. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя на заседании регионального правительства, которое прошло 14 мая. Первым вопросом повестки дня рассмотрели отчет об исполнении бюджета Верхневолжья в минувшем году. В прошлом году доходы областного бюджета составили более 66 миллиардов 300 миллионов рублей, что на 11% выше показателей 2018-го. Расходы регионального бюджета составили порядка 62 миллиардов 200 миллионов. Таким образом, профицит превысил 4 миллиарда 100 миллионов. Основные направления расходов в минувшем году, как и годом ранее, были связаны с развитием образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также дорожного и транспортного комплекса Верхневолжья. На эти цели было направлено 74% всех бюджетных средств – 46 миллиардов рублей. Все это говорит о грамотной экономической политике областных властей. Один из, наверное, элементов – это рейтинг региона, который был присвоен нашим национальным рейтинговым агентством российским. Тверскому региону был присвоен рейтинг 3B+. Это означает, что регион с устойчивой экономикой, с привлекательным инвестиционным климатом. По итогам прошлого года проведены ремонтные работы в 66 учреждениях здравоохранения. Отремонтировано 182 школы, 34 детских сада. Приобретено 72 автомобиля и автобуса для школ и социальных учреждений. В нормативное состояние приведено 356 километров региональных и муниципальных дорог. В 2019 году существенно, на 69% больше, чем в 2018, возросла поддержка муниципалитетов из областного бюджета. Общий объем средств поддержки составил около 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Налоговые доходы региональной казны в 2019 году составили почти 49 миллиардов рублей. Игорь Руденя подчеркнул, рост поступлений был достигнут по всем основным видам налогов. Это говорит о росте деловой активности в регионе. По мнению губернатора, еще один важный фактор – последовательное сокращение долговой нагрузки на областной бюджет. Показатели существенные. Я считаю, что наш областной Минфин, Минфин Тверской области, Министерство экономического развития у нас являются сегодня очень успешными министерствами. Госдолг Тверской области в 2019 году снизился на 1 миллиард 400 миллионов рублей и на 1 января 2020 года составил более 23 миллиардов. Расходы на его обслуживание уменьшились в 3 раза – со 118 миллионов 700 тысяч рублей в 2018 году до 39 миллионов 600 тысяч рублей. Игорь Руденя отметил, несмотря на существенные расходы в 2020 году на противодействие коронавирусу, необходимо сохранить многолетние позитивные тенденции в финансово-бюджетной сфере нашего региона.